В гербовом зале Кремлевского дворца съездов выставлены рапорты приветствия 18-му съезду комсомола. Делегаты привезли их из своих республик, краев, областей, от заводов, шахт, строек и ферм. Вместе с каждым рапортом подарки, сделанные молодыми руками. Символы сегодняшнего и завтрашнего труда. Воплощение мечты и фантазии. Произведение искусства. Здесь живописное полотно Красной площади от москвичей и модель трактора от ленинградцев, саратовский Як-42 и тульский самовар, горьковский грузовой теплоход и кировские игрушки, ипатовский каравай из Ставрополя. А это символическая карта тюменских новостроек, 13 комсомольских ударных на бывших оленьих тропах. Делегаты из Амурской области положили здесь рядом со своим рапортом вот эту каску с замечательными словами «БАМ». И она очень хорошо смотрится рядом с их рапортом. Поистине знаменательной для нас, для молодежи, для всех трудящихся Амурской области стала историческая встреча 4 апреля на станции «БАМ» с генеральным секретарем Центрального комитета партии, председателем Президиума Верховного Совета СССР товарищем Леонидом Ильичем Брежневым. Мы рассказали Леониду Ильичу Брежневу о том, как трудится наша молодежь, как она активно участвует в выполнении решений 25-го съезда партии. Об этом мы подробно изложили, доложили Центральному комитету комсомола в нашем рапорте «Славных замечательных дел». На центральном участке БАМа, где работает 18 тысяч молодых патриотов, уложено 547 километров стального пути. Построено 340 мостов, 670 километров автодорог. Здесь у вас еще лежит вот этот серебряный, как его называют, костыль. Что он здесь символизирует у вас? Такой серебряный костыль впервые был забит на станции БАМ, где была встреча, рядом, где проходила встреча с Леонидом Ильичем Брежневым. Этот костыль стал сегодня символическим. За право его получения соревнуются наши бригады. Бригады не только на строительстве БАМа, бригады комсомольско-молодежные и в нашей всей Амурской области. Безусловно, волнующее событие, которое я считаю, что для всех нас, делегатов, находящихся здесь, участвуя в работе 18-го съезда комсомола. Главное из них – это выступление генерального секретаря Центрального комитета партии, председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Леонида Ильича Брежнева. Его напутствие, пожелания комсомолу, молодежи – все это ко многому нас обязывает, и мы с честью это большое доверие нам, молодым, оправдаем. Thank you.